Всем привет от Оксаны из Алабамы! Итак, друзья, у нас сегодня самый необычный репортаж. И в гостях у меня на канале кто? Миша и Карина. Я сейчас нахожусь на 8 миле, около дома, который я продала своим клиентам. Кто приехал в Алабаму купить у меня дом? И они тут на прекрасной такой, в таком прекрасном районе, где у них практически нет соседей. Приехали из Атланты люди, которые занимаются копчением рыбы. И сегодня мы узнаем, как русские в Атланте, в Америке, открыли коптильный цех и ездят иногда по штатам и продают копчености! Всем привет, привет! Привет, привет! Так, что у нас здесь есть? Давайте вот посмотрим, значит, поставили они палаточку. Так. Давайте начнем сразу поначалу. У нас есть копченое сало. Копченое, это копченое. Это слабосоленое сало, амиш, то есть органик. Оно очень полезное, очень вкусное и мягкая шкурка, которая жуется. И получается, вы так его нарезали и. Да, оно уже порезано, то есть на мелкие кусочки. То есть 21 за паунд, очень хорошая цена. То есть, полкило где-то 21 доллар. Примерно так, да. А это что? Это у нас идет мойва, очень вкусная рыбка, маленькая, тоже холодное копчение. Она в Америке, да? Да, мойва — это американский продукт, мы ее закупаем оптом и сами ее коптим. То есть это холодное копчение, крайне вкусная рыбка, она не жирная, она очень хорошо идет под пиво, те, кто любит, то есть это прям для них must have. Также есть ее аналог у нас. Такая, а сколько стоит вот такая пачечка? Вот кто такая приедет? Пачечка у нас 13 за упаковку. Очень вкусно, это ровно паунд. Мы взвешиваем паунд, может быть, чуть-чуть больше. То есть клиента никогда не обижаем. Ее конкурент прямой — это корюшка. Она идет чаще всего с икрой, тоже холодное копчение. Рыбка чуть побольше, имеет чуть другой привкус. То есть есть фанаты как корюшки, так и мойвы. Чисто мое предпочтение — это будет корюшка. Да, то есть цена 15 за паунд, то есть, опять же, одна упаковочка ровно. Понятно. Так, колбаса. Тут два вида колбасы получается, да? Ну-ка, давай, берите колбасу в руки так. По колбасе в руку. По колбасе рассказываем, что за колбаса. Итак, у нас есть колбаса, это у нас идет салями, очень вкусная. И также, я забыл, как называется. Сервелат? Нет, сырокопченый колбаса. Ага. То есть салями у нас есть и сырокопченый колбаса. И тут получается как 2 килограмма, да? Или полтора? Они идут по палке. 3 паунда. Да, то есть цена уже у них указана на каждой колбасе. И они идут в составе двух мяс. То есть говядина и свинина. То есть кто захочет такую колбасу, вот это 55, а та 35. Да, кто такая? 39. Такая хорошая колбаска. Потому что на самом деле, если люди идут в русский магазин и берут какую-нибудь маленькую такую колбаску, они заплатят 10 долларов. Да. То есть икру. Так какая икра у вас есть? Икра у нас есть и красная, и черная. То есть черных у нас 4 вида икры. То есть ценовые политика от 100 долларов за маленькую пачку. В данном мы представили две самых популярных. То есть осетра и калуга. Это у нас 125 грамм и 250 грамм. По цене они будут, в принципе, даже довольно-таки приемлемые. То есть, а вот все... это? Это у нас красная корочка, и нас едет машина. Так, икру вы где закупаете? Икра у нас идет Канада, Аляска. То есть очень качественные продукты, все проверенные уже сертифицированные продавцы у нас. И у нас понятно. Вот сколько стоит вот такая икра, такая упаковка? Сколько вот такая пачечка? Такая пачка у нас 80 долларов за полкилограмма. Она идет на экспорт в Японию. То есть это качество, которое японцы сами для себя выбрали. То есть производство в Америке, то есть и японцы ее выбирают у нас. Поэтому очень рекомендуем. Хороший — это наш бестселлер полкилограмма. Так, что это? У нас есть наш бестселлер по рыбе. Это семга, то есть холодное копчение. Очень нежное, вкусное мясо. То есть она в меру жирная. У нас есть как хвост, так и голова. То есть хвост он более такой жилистый будет. Голова она чуть пожирнее. То есть это очень классная рыбка, которая зарекомендовала себя прям вау у всех, кто ее покупает. Прекрасно. Также у нас есть очень хорошая белая сетр. Это холодная просто мороженая рыбка. Она сырая. То есть это кто любит соль, перец, очень хорошо под уху, под гриль, прям вау. Понятно. Она жирная, течет. И вы ценник поставили, то есть кто помнит? Ценники есть, да, мы их сами пронумеровали. То есть очень хорошая цена, как для наших любимых. Понятно. Это мойва, да? Корешка мойва, что мы уже рассказывали. Так,
Это копченые. Также у нас это копченые животики, это жирная рыбка. Люди, которые любят пожирнее, рекомендую всегда брать их. У нас они $12 за паунд. Каждый паунд это одна упаковочка. То есть это $12, да? Да, это $12 ровно на упаковочку. Угу, хорошо. Есть... Так, что вот это? Это стейк белого сетра, горячее копчение. То есть это мягкая, очень вкусная рыбка, которая прямо, когда берете, она развалится у вас во рту. Прям очень сочный вкус. Любители горячего мы рекомендуем. Копченая скумбрия, $14, 13, короче, по весу, да? Да. Да, каждая рыбка найдет по весу, номенклатура уже есть по цене. Очень вкусная, хорошая, то есть под пюрешечку прям самое вау. Так, а вот что у нас здесь? А здесь у нас радужная форель. А здесь у нас радужная форель. Это очень классная рыбка. Коптим ее на вишне, это красное мясо. Она уже внутри, то есть разрезанная, удалены все внутренности. И там и соль, перец, и все очень вкусненько. Так, а это я смотрю, резанный копченый лосось, так? Да, это уже слайсированная рыбка, то есть вкусная, если на бутербродик положить или под картошечку также. Угу. То есть очень классный, вкусный, всем рекомендуем. Хорошо. Пожалуйста, еще раз представьтесь. Всем привет, меня зовут Михаил, у нас компания Great Escaver. Мы работаем по всей Америке, и у нас есть своя доставка, делаем все за один день. То есть я не понимаю, когда по всей Америке, это значит, что вы с веб-сайта люди могут заказать? Конечно, у нас есть свой веб-сайт, по всем штатам у нас есть доставка. Доставка очень быстрая, потому что у нас товар скоропортящийся. Мы его доставляем в специальных вакуумных мешках и специальных термоупаковках, чтобы она не портилась. То есть вплоть до 3 дней доставки наша продукция выдерживает. Доставка дорогая? В зависимости от цены. Если вы заказываете очень хорошую на сумму, то мы сделаем вам хорошую скидку на доставку. А, понятно. Ну, хорошо, хорошо. А вот вы в Атланте находитесь. У вас цех и магазин в одном или только цех? У нас есть свой производственный цех, мы также там продаем продукцию. По Атланте у нас есть своя абсолютно доставка бесплатная. Если же в какой-то другой штат, то мы уже доставляем за определенную сумму. Угу. Понятно. А в русские магазины вы там поставляете что-нибудь в Атланте? Мы поставляем не только в магазины, мы поставляем еще по ресторанам американским. То есть у нас есть линейка, куда мы сбываем черную икру отдельно, есть отдельно на красную икру. То есть свое производство, которое американцы тоже любят и покупают. Наш бизнес начался очень скромно, то есть у нас было, скажем так, небольшое предприятие, где у нас была икра. Мы ее развозили по нашему городу Атланте, там мы, в принципе, работали порядка 2-3 года, то есть работали понемножку, то есть маленькими количествами, только через знакомых, ездили по разным школам, по разным заведениям, где было в основном русское комьюнити, и так вот начали как бы нас уже узнавать, мы обрели популярность определенную. И начали расширяться уже потом на другие штаты. У нас появился свой цех изготовительный, начали коптить рыбу, начали поступать новые заказы на поставщиков и товара, и сырья, то есть как и готовые, так и на сырую продукцию. Мы начали выезжать уже потом в другие штаты. То есть это у нас уже больше 8 лет наш бизнес. И Максим наш, собственно, глава нашей организации, он организовал ее вот где-то 8 лет назад. То есть я помогаю, как и много других, то есть команда уже стала достаточно большая за эти 8 лет. Мы ездим по всем штатам, то есть каждый штат особенный по-своему. То есть очень хорошо люди покупают нашу продукцию перед праздниками, перед какими-то большими мероприятиями. То есть в принципе всегда есть спрос на все виды продукции. Мы выбрали для себя самых лучших поставщиков, у которых есть сертификаты, сделали сертификацию на наше изготовление и продукцию. И мы, в принципе, готовы уже за наше качество отвечать. То есть нас уже знают не один год, поэтому, скажем, мы ничего не скрываем. Все как есть для людей. У нас есть Facebook, Instagram, Telegram и Viber. То есть вы можете сделать заказ также на нашем конкретном сайте. То есть все ссылочки будут внизу. То есть заходите, вы можете сделать там предзаказ, можете сделать заказ. И также мы уведомляем, когда едем в другие штаты, чтобы люди знали, где мы и когда будем. Понятно, понятно. Но это хорошо, хорошо. Кому пришла в голову мысль приехать в Алабаму в Мобил? На самом деле мы сейчас вот практикуем приезд в разные и города, и штаты, потому что сейчас мы расширились, у нас уже появилось несколько автомобилей, на которых мы можем сделать, допустим, за один выезд, то есть пару городов посетили же, допустим, пару разных штатов. То есть сейчас мы экспериментируем и ездим в разные города, штаты, проверяем, где какая аудитория, где больше и теплее нас воспримут.
Понятно. Ну, это замечательно, это замечательный опыт. И большое спасибо, что вы к нам приехали. Конечно, еще будем приезжать в любом случае. То есть нам понравился экспириенс в вашем городе. То есть будем всегда рады вас видеть всех. Спасибо. Большое спасибо вам за интервью, за то, что вы приехали к нам в Мобил из Атланты. Обязательно вот здесь я поставлю название компании и Facebook, и веб-сайт, чтобы кому интересно можно было посмотреть. Да, и мы заряжаем. Ну-ка, все лапки сюда. Мы заряжаем вас. Хорошее настроение. До новых встреч. А мы заряжаем всех на благополучие, на богатый стол, на полезные жиры. Хочешь быть американцем, американцем, американцем. Парень, это верно, бутс. Но если хочешь, значит, бутс. Окей, alright, oh man. Wanna be American, wanna be American. Волшебный край, где ты ни разу не был. Рай под звездно-полосатым небом. Там золотые горы ждут ковбоя. Тебе осталось сделать только шаг.